Сухарики, лакомства, знакомые с детства, ванильные, горчичные, московские, сортов множество, оказывается, их легко приготовить в домашних условиях, предлагаю рецепт горчичных сухариков. Готовьте горчичные сухарики, когда у вас есть свободное время, так как процесс приготовления простой, но относительно длительный, смотрите пошаговые рекомендации и готовьте с удовольствием. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте ингредиенты для приготовления горчичных сухариков. В миску влейте 100 мл воды, всыпьте дрожжи. Добавьте половину муки от нормы, замесите опару, поставьте ее в теплое место на 1 час. Через час всыпьте к опаре сахар, влейте горчичное масло, добавьте соль. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Просейте оставшуюся муку. Разболтайте яйцо и влейте в тесто половину яйца. Замесите тесто и поставьте в теплое место на 1,5-2 часа на расстойку, в процессе расстойки сделайте 1-2 обминки. Готовое тесто разделите на 2-3 части, раскатайте в форме колбаски, смажьте яйцом. Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 15 минут. Разрежьте на ломтики толщиной примерно 1 см, разложите на лист для выпечки и подсушите в духовке при температуре 160 градусов 20-25 минут. Снимите с листа готовые сухарики, наливайте чай и зовите всех к столу, вкусных и ароматных сухариков получилось много, хватит на всех. Вкуснее тем, кто подпишется. Нам понадобится мука 300 грамм, дрожжи 1,5 чайных ложки, сухие, быстродействующие, соль 1 щепотка, сахар 70 грамм, тростниковый, коричневый, масло горчичное 60 мл, яйцо 1 штука, 0,5 яйца, в тесто 0,5 яйца, для смазывания перед выпечкой, вода 150 мл, количество порций 6-8. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем приятного аппетита, жду вас снова.